Здравствуйте, уважаемые самодельщики, по просьбе одного самодельщика под ником АВМ-69 я хочу продемонстрировать разблокиратор заводского изготовления, который я приобрел в магазине, значит, сельхозтехники. Разблокиратор предназначен для модели мотоблока Нева. Разболтовка на 5 отверстий с масленкой. Так. И в юбке ступицы сделана кольцевая прорезь с небольшой перемычкой. Ну, где-то сантиметров 15 оставлено. Миллиметров 15 не оставлено. Перемычка. Сама прорезь. Она где-то так 11 миллиметров. Ну, то под палец толщиной 10 миллиметров. И вот уже в собранном виде этот разблокиратор, то есть в него вставлен удлинитель. В удлинителе в отверстии находится палец и происходит вращение удлинителя в юбке ступицы. Так. По замерам где-то около 100 градусов поворот. Удлинителя в одной ступице. Но когда будет работать в паре два разблокиратора, то общий поворот более 200 градусов. То есть практически можно на 180 градусов мотоблоку развернуться на одном месте. Ну, значит, еще раз хочу сказать, что эти разблокираторы можно применять только на мотоблоках, на адаптерах или мини-тракторах. Эти адаптеры уже, конечно, не помогут, потому что радиус поворота большой. В то время как мотоблоком можно развернуться благодаря этим разблокираторам на месте. Так что для мини-тракторов и адаптеров нужно применять другую систему разблокировки. Ну вот то, что я хотел продемонстрировать. Всем пока!